Yeah. I don't got no type. Nah. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. Всем привет! Вы на канале Denplay. И сегодня мы поиграем в игру Crossout, где надо строить свою боевую машинку. Вот, мы можем собрать нашу машинку, ребятки. Вот, смотрите, какой я джипик собрал. Да посмотрите, какой он. Посмотрите, какой. У меня третий уровень только начался там. Давайте хотя бы чуть-чуть уровня набьем. И продолжим играть в эту игру обязательно. Крутая игра, всем рекомендую. Вот такая вот тачка. Напишите, нравится она или нет вам. Ну, наверное, у меня пока есть плохая тачка. Я не говорю, что она очень крутая. У меня только начинающий вообще-то игрок, я начинающий-то, как говорится, нубасик, но ничего страшного. Надо четвертого уровня достичь. Давайте, в бой. В бой, ребятки. И знаете, этот бой какой-то не очень такой, знаете, ну, не очень такой серьезный. Знаете почему? Потому что мы в следующем видео играем в игру Bigfoot Monster Hunter. В игру, которую, про которую я говорил, и вы набрали 10 лайков, как я и просил под моим прошлым видео. И да, играем в Bigfoot Monster Hunter. А сейчас мы играем в Crossout. В следующем видео будет обязательно. Обязательно будет Bigfoot Monster Hunter. А в этом видео у нас Crossout. И потом тоже будем обязательно без лайков даже играть в эту игру. Она очень крутая, я сам хочу в нее играть. Если честно. Получай, пацан. Надо уничтожать. Погнали его уничтожать. На тебе, получай, пацан. Иди сюда. Ну же, давай. Иди сюда, получай. Кто по мне гадит? По нам гадит, ребятки. На. Ну, у меня что-то поддержка огнем. Ой-ой-ой, давай. Иди туда, давай, туда. Помогаем парням. Парням помогаем. Идите туда. Идите отсюда. Свалите. На, есть! Я убил его, ребятки. У меня уже один килл там есть. Ну ничего, я пока есть начинающий только. Ничего страшного. Давайте туда, вон туда, мочим его, есть. Получай. Получай. Получил? Давай. Сейчас он получит, ребятки. Как вы думаете, получит он у меня? Конечно, он у меня получит. Вы что думали? Победа, ребятки, победа. Первый матч начинается с победы, как всегда. Ну, как всегда, да. Хотя я не очень профессионал, но у меня получается. Получается у меня неплохо, кстати. Я играю в эту игру где-то уже, я играл, если в сумме часов, то где-то уже, не знаю, где-то... Полтора часика точно я в эту игру, в сумме играл, да, например, вчера там полчаса, сегодня там вот я играю. У меня уже третий уровень, кстати. Нормально, я считаю. Победы у меня очень часто были, кстати. Так, давай. Построил я такой вот джипик, не знаю, нравится вам? Ну, наверное, он у меня пока еще плохой. Он как пацан на танке был, помните где-то? На танке был пацан. Так, где наши враги? Вот, враг. Ну, тебе... Получай. Ей-ей-ей-ей. Чё такое? Чё за... Ерунда была только что. Есть! Поддержка огнём. Так, погнали. Где враги? Нет, это не наш. Это наш пацан. Так что я считал уже его за врага. За врага считал уже. Так, куда погнали? Погнали в объезд. Хотя здесь объезда-то нету. Погнали лучше на поле битв. На поле битв погнали. И так, вот так. Не понял, чё я... В смысле, как я... Да, в следующем видео у нас будет Bigfoot Monster Hunter. Опа, на тебе... Давай, на тебе. Получай. Я этого пока вместе убью. Опа. Ну давай. Ну на тебе, получай.
все, нас убили, короче, ребятки. Я не могу понять, че, почему нас убили. На тебе есть. Хотя бы одного убили-то, и на тебе. Ну, блин, ну что, не понимаю, что мне. Да и нет, 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 все, валим. Валим, я не могу. Давай, 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 ну на тебе. Получай, 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 пожалуйста, пожалуйста. Давай, я. Ну я хочу выиграть. Я, пожалуйста. Ну нет же, на тебе, получай. Все, мы проиграли. Ай, я не понимаю, что со мной творится-то. Ну, стреляет автомат. Есть, я победил его. Все, нам хана, ребятки. Ого, я один остался против всех. Поражение, ну понятно. Потому что у нас куча тех, кто не играет. А почему они не играют, я бы не понимаю. Они не играют, реально. Плохо играют, я сказал. Так, давайте уже начинаем третий матч. Да, это третий? Да, это третий уже. Третий матч. Погнали. Загрузочка наша. Вот наш пацан. Ну, не наш пацан, наш, то есть... Какой-то водитель. Или как сказать-то? Denplay Channel. Это мой ник. О, погнали. Погнали всех их убивать. Раз. Ой-ой-ой, дрифт. Какой, видите, дрифт у нас. Так, где наши враги? Вот враг. Иди сюда. Получай. Ну, давай, перезарядочку быстренько. Есть, убил. Убил, ребятки. Первый же наш. Ну, то есть не первый, наша первая атака, им я уже убил его. Ну, давай, нас валят. Ай-яй-яй. Валим, и мы валим тоже. Есть поддержка огнем. Ах, по нам кто-то гатит. А кто по нам гатит-то? Где? Вот, на тебе. Получай, иди сюда. Ай-яй. Вот это вот пацан по нам гатит. Ты не это вообще? Получай. Давай его забьем уже. До конца его уже сделаем. На тебе, есть поддержка огнем. Давай, есть. Враг поврежден. И еще одного давай. Есть, еще один враг поврежден. Вот это отлично. Мы уже 3 килла с вами сделали. 3 килла. Ну давай. На тебе, получай. Есть. Все, победа, ребятки. Победка. Вторая победка наша. Возможно, мы сегодня 4 уровень уже получим. Кстати, круто. Круто очень. Кстати, там. Ну, видите, как я играю. Напишите, как я играю. Как нуб. Или как уже... Не нуб. Напишите. Я не говорю, что я про, я не говорю, что я там вообще какой-то там... Я говорю просто, что... Как-то могу играть в эту игру, не знаю. О, а я здесь не был на этой карте еще. Давайте посмотрим, что это у нас за карта здесь. Нейтральная какая-то база там. Так, погнали. Куда все едут, то есть? Все едут сюда. Так что и мы сюда едем. Вон красная, погнали их всех туда. Вон там вы, получаете вам. Вон вам туда, все, я всех там уже сдалека вон вымачиваю, посмотрите. Давай. Знаете, у нас там патроны не кончаются или кончаются уже? Поддержка огнем. Опа, еще. Все, еще. Давай. По нам кто-то гадит. Ай-яй-яй, вот этого гадит по нам. Вот этого гадит по нам. Гадость, иди сюда. Гадость, получай. Гадость. Ай-яй-яй, валим. В смысле, как меня так быстро убили-то? А? Смотрим, пожалуйста, выиграйте, пацаны, выиграйте. Я за наших. Давайте, пацаны, пожалуйста. Ай, наши проиграли, ребятки. Их трое осталось. И то они все дымят уже.
все дымят. Ой-ой-ой, нашим конец, ребятки, наших просто... Ну, я тоже виноват, я тоже виноват. Все, конец поражения. Ничего, ничего, я не расстраиваюсь вообще. Ну, почти четвертый уровень. Ай-яй-яй, вообще микропусечки не хватило до четвертого уровня. Вон, видите, вообще микро. Ой, 57 этого репутации или что это вообще такое? Очков или, ну да, очков, наверное, не хватило нам. Ну, это вообще нормально. Ну ладно, я не расстраиваюсь, вы что? Я не расстраиваюсь, так что вот наши стартуют здесь. А где красный, это я не понял. Ладно, погнали. Я по-крутому, я еду по не по прямой дороге, а по трамплинам, смотрите. Мы так гоняем. Прикольно, тут такая графика. Ну, графика, не знаю, как графика, но просто... давайте, какие дрифты можно делать. Мне нравится гонять, просто гонять на этой тачке, мне нравится. Не то, что биться здесь можно, я просто бы гонять, рады бы здесь был. С удовольствием бы гонял просто на этой тачке. Вон, начинают красные атаковать. Идите сюда. Вы куда выехали здесь, а? Вы куда выехали, а? Скажите мне. Мы же вас всех вообще легко. Вы что, забыли? Мы вас всех налегко сделаем. Знаете вам, ай-яй-яй, у нас 400 этих хп. И есть поддержка огнем. Ой-ой-ой, нашего убили. Ой, оглушение какое-то. Оглушение или что это вообще было? На тебе трансформер, ты. А, кто по нам гадит? Валим, свалим. Что у меня такое вообще за глюки начались? Идите сюда, иди сюда. Я не пойму, что у меня творится. Тут такие огни, все летают. Игра просто не успевает как-то прогружаться. Или как сказать. Там, ну и мы застряли. Короче, мы проиграли. Но я не могу выбраться. А, хотя могу выбраться. Могу. Могу выбраться, давай, иди сюда. Иди сюда, ну где наши-то, я не понимаю. А где мышка, где? Вообще не стреляется ничего. Ой, игра начала как-то вообще. Виснуть-то начала она. Из-за этих всех... Ну не понимаю, ну чё я не стреляю-то вообще? Чё у меня створится-то? Всё, убили, короче. Давайте, пацаны, убейте этого Давида, и мы выиграли, пожалуйста, пацаны. Есть, мы победили, отлично, все, это четвертый уровень. Четвертый уровень. Ладно, давайте еще один бой и отправимся в гараж. Посмотрим, что у нас там в гараже творится. Давай, я хочу сейчас победить. У нас уже 3 победы, по-моему. Да, 3 победы. Короче, нам надо идти на нейтральную базу и там на той нейтральной базе сражаться. Куда все пацаны едут? А вот сюда нам надо ехать. Значит, пацаны, спасибо вам. Вон, погнали на нейтральную базу. И будем ее захватывать. Так, вот у нас есть тут радар. Не радар, а просто как карта или что это. О, молодцы, молодцы, пацаны. Мы помогаем этих всех мочить. Так, да, на тебе, получай, на тебе. Я ему взад стреляю. Взад автомобиля стреляю. Опа, иди сюда. Понял, на тебе, получайте вам. Ну, давай же, стреляй ты. Я не понял, что у меня не стреляет? У меня патроны закончились или что? Ну, давай, назад. Я не могу просто что-то не двигаюсь вообще. Чё у меня с пушками? Хотя нет, стреляй. Давай. Стреляй. Молодец. Давай, вымачиваем их. Ай-яй-яй-яй. Мне тут чуть-чуть коцают. Давай. Давай. На тебе, получай. Ты у меня здесь получишь. Давайте туда, погнали. Вон там их куча. Идите сюда. Есть, враг поврежден.
Ай-яй-яй-яй, на тебе, получай. Ну давай же, стреляй. Все, побежден враг, еще один. Так, их осталось трое. А нас-то осталось вообще, знаете сколько? Нас осталось там почти вся команда. Какая-то Сандра из команды выпала только. Их осталось только двое. Погнали их искать. Где они? Гады, где вы делись-то, а? Ой-ой, где наши, где они? Они где-то там, мне кажется. Погнали, посмотрим. Вот Брайан. Брайан. Какой-то или Бриан, не знаю. Ну, осталось еще один остался. Эмма, где ты делась? Лучше признайся, или мы тебя убьем. Хотя мы и так тебя убьем. По-любому, есть победка, все. Все, победка. Победка. Круто же, скажите, круто играть и побеждать. Давайте еще один, мне понравилось, очень понравилось. Мне очень нравится играть в эту игру, не знаю. Меня она затянула реально. Ну реально, крутая игра. Не то, что затянула, просто нравится играть в нее. Получаю удовольствие от нее. Так, все тоже те же самые, по-моему, составы, да или нет? Не, по-моему, поменялись мы. О, по-моему, в речку нельзя залезать, потому что я автоматически рухну. Рухну, как это я проверил вне записи. Просто. Залети в речку, пожалуйста. И ты умрешь. Ты взорвешься, потому что это ядерная вода. Тут какая-то типа атомная. Станция, наверное, была, типа, знаете, как Чернобыль? Она взорвалась, и все здесь повалилось. Здесь радиоактивное озеро. Озеро радиоактивное. Ну, вы видите его. Туда лучше не заезжать. В обычную воду можно заезжать, а вот в такую водичку я уже пробовала заезжать, и меня сразу автоматически убило. Взорвало, то есть. Получай тебе! Фургончик, на тебе! Понял, как на нас нападать? Иди сюда, пацан, иди сюда. На тебе! Раз получай, два получай, и три получай. И приз получай! От нас выстрел. Есть, все, взрывайся. Опа, по нам кто-то там гадит, кстати. По нам кто-то гадит там. Какой гад по нам гадит? А, вот, понятно кто. А вот, иди сюда. Минус один. Ой-ой-ой, нас тут осталось там немного, а на меня все нападают. Почему все на меня? Спасайте, пацаны! Вы вообще сами, главное, спрятались там? А меня все убивают. Ничего, проиграем, так что проиграем. Поражение. Ну и ладно. Так, давайте в гараж отправимся. И посмотрим, что у нас там с деталями. Четвертый уровень у нас уже. Круто. Так, что у нас? Уровень механиков. Внимание, выживший. Для производства деталей бронемобиля очень важна медь, которую можно получить за участие в рейдах. Закрыть. Хорошо. В бой. Это у нас что? Покажи себя. Что тебя ждать? Я просто в голос не читаю, просто смотрю. Ну понятно, надо против настоящих игроков играть. Погнали. Посмотрим, просто посмотрим один раз. Потому что я в этом еще не играл. Так что давайте. Ну, я жду вообще-то. Ладно, хотя уже началась игра, я хотел уже выйти. Ну и что нам здесь надо там? Победить? Да, победить. Понятно, победить надо, все равно победить как-то надо. Так, пацаны, ой, а чё я здесь? Чё я не с вами еду-то? Ну подождите, ну чё это вообще за ерунда? Чё я...
Почему я спавнился здесь, все поехали, значит, а я здесь остался? Ну это вообще несправедливость какая-то. Ладно, мы уже едем. Мы уже всех спасать едем. Опа, опа, ребятки. А я-то здесь уже. Опа, и на тебе, получай. Все, на тебе. Давай, гатим. Да ну что ты не гатишься? Ой, надоела эта мышка вот эта уже. Давай, ну что ты... Ну что, мышка автоматически переключается, я не понимаю, меня это бесит. Просто бесит. Все, давайте закончим. Где отсюда выйти? Как выйти-то? В гараж, я не хочу. У меня и так меди достаточно, надеюсь. Короче, давайте сначала в сборку, потом уже посмотрим, что там уже за бои у нас. Ух ты. Это прикольно, у нас здесь много чего-то появилось. Вон, давайте ворота поставим какие-то. Хотя зачем они нам, ну, не знаю. А, надо пятый уровень. Что? Пятый уровень? Вы что, издеваетесь? Пятый уровень. Все, пятый уровень, что ли? Колесо малое. Ого, ничего себе малое. А, ну давайте тогда. Это одинаковые колеса, да? Ну, да, одинаковые колеса. Так что? Так что, зачем нам они надо? Пятый уровень. Ну что, все пятый надо? Машину можно какую-то на другую, там, тесак. Мы можем его установить как-то? Пятый уровень. Ну все, пятый уровень. Ну не понимаю я. Я бы его вот так бы установил бы, если бы можно было. А так нельзя. Как-то, наверное, тут ничего нельзя установить пока месте. Ну ничего страшного. Все, ребятки, на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.